Здравствуйте! С вами Илька Анисим и 112-й подкаст музыкальных новостей в стиле электроника, диско и хаус. Смотрите и слушайте мои музыкальные миксы и подкасты на ресурсах, указанных в ссылках под публикацией. Поехали! Жюльет Армани, французская певица из Лиля, в 2018 году стала открытием на национальной церемонии награждения за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии со своим альбомом «Petit Ami». Это искра, с которой все начинается. Диско-бит, фортепианная нота, аккорд, который сжимает сердце и захватывает тело. Пламя, которое зажигает новый альбом Жюльет Армани. Горящий огонь, как большой костер. Этот священный огонь Жюльет поддерживает с момента успеха «Petit Ami» и ее первого двойного платинового альбома, проданного в 200 тысячах экземпляров и увенчанного «Victoire de la Musique» за альбом «Открытие» с помощью турне, включающего более 200 концертов и сольного фортепианного голоса и толп фанатов на крупнейших фестивалях. Мы знакомимся с ее последним альбомом под названием «Brûle le feu» и фронтальным треком «Le dernier jour du disco». Слушайте только стильную музыку. Родившийся в Канаде Конор Паттон Бенсон, более известный как Конра, развил страсть к музыке в окружении любящей семьи с глубоко укоренившимися музыкальными традициями. Переняв элементы своего музыкального образования в раннем детстве, Конра сформировал запоминающийся характерный звук в танцевальной музыке с помощью своих оптимистичных треков в стиле электрохаус. Конра получил волну похвалы за свой электрохаус и будущий стиль производства баса. Своим мини-альбомом «Connecting the Dots» Конра уже представил первый хит под названием «Close», который попал в чарт Billboard Dance Airplay на 17-ю строчку. Хоть этот стиль музыки и принес ему большой успех, Конра решил следовать стилю, который соответствовал его основной идее, которую он желал донести до более широкой аудитории. Это яркий, фанковый и инструментальный звуковой ландшафт при реализации его собственного впечатляющего вокала. Из своего нового звука Конра собрал коллекцию новых хитов, демонстрирующих его музыкальную универсальность. Выпустив трек «Me», Конра воочию увидел влияние своей музыки на весь мир. Его успех только и рос после того, как песня «Take Me There» поднялась на 12-е место в чарте Billboard Dance Airplay Chart, за которым вскоре последовал трек «Trippin'», поднявшийся на 7-е место. Необходимо заметить, что регулярные выпуски музыканта с 2016 года на ванкуверском лейбле Monstercat все-таки добавили ему немало известности и привело к появлению его самых известных песен. You know I'll find my way back. You know I'll find my way back.
Происходящий артист из Чикаго, Эйбл Грей, сочетает инди-данс-электронику, мелодичный бас, бас будущего и средний темп, создавая уникальное, но знакомое звучание. Его живые сеты смешивают несколько музыкальных жанров и в то же время в совокупности неожиданно усиливают его собственный стиль. Создав десятки неофициальных и неизданных редакций, бутлегов, мышапов и ремиксов, Эйбл Грей действительно дает уникальное шоу, включая MIDI-контроллеры, электронный барабанный пэд и лайв-вокалистов. Вокал американской певицы и фитнес-дивы Камилы Каламинос сегодня предоставлен способным Греем для нашего внимания. Ленард Рихтер – диджей и продюсер из Берлина. С момента выхода своего первого трека в конце 2012 года он быстро начал делать себе имя, исполняя произведения от хаус до диско и джаза на очень знаменитых лейблах, а также выступая в различных клубах и на фестивалях по всей Европе. Помимо многочисленных записей в чартах iTunes, Beatport и Trexers, его песни были представлены на телевидении, а также в видеоиграх. Дуэт Ленарта и английского гитариста и продюсера нью-диско, музыканта Слинка, запомнился мне еще давно с их прекрасного трека «Cue My Blues» из 2018 года. Сегодня мы знакомимся с не менее замечательной композицией «Like a Dream», в которой слияние диско-хауса с джазовыми партиями превращается под финал в торжественную какофонию электронной музыки. Thank you.
смешивая свои уникальные вкусы из далеких уголков Франции, рока, джаза и электроники, коллектив Самител приятно удивляет собственной интерпретацией доступной солнечной поп-музыки. Несколько случайных джем-сейшнов в Лос-Анджелесе, разбросанных между работой над соответствующими независимыми проектами, превратились в счастливое творческое видение, разделяемое его участниками Стивеном Лангером, Эриком Марони и Киганом Андерсоном. Новый сингл от Самител представляет собой свирепо веселую и красочную поп-тональность, которая быстро окрашивается такой яркой палитрой, что создает яркую и эффектную атмосферу, которая очень быстро вызывает привыкание. Left Unsaid бесконечно веселый и включает в себя несколько убийственных, продакшн, а также уникальный стиль наложения и трекинга вокала, который создает стены звукового присутствия, которые проходят сквозь плотные и танцевальные тона. Песня имеет убийственный грув, где гитары живы и дышат, а вокал звучит проникновенно и страстно. Это было невероятно ярко. Это действительно летняя песня. Вы можете почувствовать закат на пляже, огни и хорошее настроение вокруг себя. Они даже добавляют штрихи клавиш в стиле ретро в конце, чтобы завершить все это. Вы действительно не можете не танцевать под этот трек. Этот грув заразителен и насыщен текстурами и тонами. В любом случае, у этого сингла есть способ вызвать улыбку на вашем лице. Это поп-сингл, который демонстрирует молодость авторов песен. Никакие правила или границы не сдерживают их. Мы рады, что такие группы, как Самител, идут впереди. Yesterday is an empty feet, nothing to show but a body beat. Ruminate and drift away, I can't say nothing right. You deny, then I deny, share more than the basic delights. Autopilot, take me home, this just don't feel right. Мизьмо – молодой французский продюсер из Британии. С 2017 года он начал выпускать свои первые хаус-продукции на стриминговых платформах. В 2020 году Мизьмо добился первого успеха с названием «With You»,
которое было больше ориентировано на стиль электрочила. Замеченный лейблом Inside Records, к которому он затем присоединился, Мизмо выпустил несколько синглов, на которые пришлось несколько миллионов прослушиваний, таким образом постепенно получив поддержку платформ Spotify, Deezer и Apple Music. Мизмо олицетворяет свежую французскую электронику. Мы слушаем коллаборацию музыканта с певцом, автором песен, инди и поп-музыки, Лофи, 23-летним Раунд Робином. I fell in love like, oh my gosh, oh my gosh. And you said you hate me, but I keep trying. Your heart like a lighter, my heart like a fighter. And you said you hate me, but I keep trying. My heart's like a fighter, so I keep on trying. You say that you hate me. Электропродюсер Дании, Poetic Lie, оттачивает свою безжалостно смелую антифеминистическую продукцию своим новым синглом «Girls in High Heels». Это любовное письмо к блокхаусу нулевых с вдохновляющим отношением к электрокэшу, использует высокие каблуки и вызывает внутреннюю роковую женщину для мужчины. А музыкальное видео этого сингла в стиле Windows Movie Maker удваивает двойное уханье танцевального панка в стиле «Сделай сам», в комплекте с фонами для слайд-шоу Google Images и любительской работой с зеленым экраном и всеми известными видеоэффектами, которые представлены с четким визуалом в 240p. Это просто настораживает. Давайте наслаждаться этими фирменными испорченными басовыми партиями и грохочущими битами в явно танцевальной упаковке. Girls in high heels, we are girls in high heels. Boys in high heels, they can walk in high heels. Girls in high heels, we are girls in high heels. Boys in high heels, they can walk in high heels. Oh well, I'm minding my own business. Something passed me by, oh bye, oh bye. What was that? I build a people women, each on a pony of hate and beauty.
The holy word is sexy, and that's their whole religion. A cult religion. Oh no, that perfume is so musty. Something so seducing. Nice, but bad, 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 bad. Heels, 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 heels. Oh, they got me on that leash. They better set me free. Please, why me? Oh, they think they are so hot, but they also kinda hot. But cold, but hot. Oh, I'm nasty just for looking. I'm ugly just for thinking. Kicking and smiling. Oh no, I should be looking down when hearing clacking sound. Clack and clack, 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 clack. Here we come. Here they come, la 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 la. Here we come to make you jump, pow 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 pow. Here they come, here they come, la 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 la. We will step on your thumb, pow 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 pow. Girls in high heels, we are girls in high heels. Boys in high heels, they can walk in high heels. Girls in high heels, we are girls in high heels. Boys in high heels, they can walk in high heels. Heels, 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 girls in high heels. Следующая певица стала для меня открытием диско-фанка на украинской сцене и в украинском шоу-бизнесе. Песня «Очима» – дебютная работа украинской певицы из города Львова Роксоланы Сирота. Летом 2021 года на всех музыкальных платформах состоялась премьера песни. Композиция стала не только ярким дебютом исполнительницы, но и началом большого арт-проекта «Ukraine Is» к 30-летию незалежности, который соединит современную музыку и украинскую поэзию. Для первого трека Роксолана выбрала стихотворение Лины Костенко «Очима ты сказав мені, люблю». В 2022 году Роксолана попала в шорт-лист национального отбора Евровидения и в итоге заняла 4-е место. А в мае певица по приглашению американских друзей из Вашингтона исполнила на крыше отеля «Зена» свои самые известные песни в поддержку Украины. Чима ти сказав, сказав мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Сказав мені люблю, не сказане лишилось несказаним, мов тихий дзвін гірського кришталю. Захід сонця, небо, край. Я хотіла таки знай за запалити, хай догорає. Захід сонця, небо, край. Я хотіла таки знай за
Чима ты сказав, сказав, мы не люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвінірського кришталю. Сказав, мені люблю, не сказане лишилось несказаним, мов тихий дзвінірського. Чима ти сказав, сказав, мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвінірського кришталю. Сказав, мені люблю, не сказане лишилось несказаним, мов тихий дзвінірського. Имея более 900 тысяч слушателей в месяц на Spotify и каталог, охватывающий более 40 миллионов прослушиваний на всех основных платформах, Юма Майер, или Юма, как его чаще называют в музыкальных кругах, является творческим вдохновителем некоторых из самых больших дипхаусных композиций за последние два года, а именно «How Would It Feel», «Paralyzed», «Falling With You», «Mean To Me» и «Renegade», и это лишь некоторые из них. Благодаря огромной отраслевой поддержке со стороны таких компаний, как Rufus Du Sol, Camelphat и Elderbrook, а также интересу нескольких лейблов и многочисленных международных законодателей вкусов, с момента выхода на сцену в 2020 году немецкий вундеркинд-подросток представляет свой последний хит «Last Time». Короткая радиозапись продолжительностью 2,5 минуты представлена расширенной версией, подкрепленный клубным битом, отрывистыми басовыми партиями и незабываемой женской верхней вокальной линией, начинающей поэтессы и певицы Амадей. Наслаждаясь ранним успехом в карьере, благодаря таким популярным релизам, как Элинор, Like a Fool, Боди, Ален и Джун, Амадей теперь привносит свой изысканный вокал в игривый инструментал Юма, так как пара собралась вместе для создания одного из наших любимых релизов этого года. This is the last time.
Музыкант между прошлым и будущим, он же французский продюсер из Бордо, инженер микширования, Le General и вокалист из чикагского дуэта Red Vavis, Ray Hen, открывают для нас французское прикосновение среднего темпа синтезаторной волны, трек Feel Alive. В музыке новизна часто является великим открытием, даже если вибрации похожи на The Weeknd. Baby, I don't know how to give you a sign. I need a way to freeze the time, so I can tell you what's on my mind. On my mind, yeah. I feel like I've been living a lie, 'cause I don't know how to feel. I'm always wearing all these disguises, thinking that love ain't real. But when I see your eyes, my heart keeps beating. Oh, I feel alive when you touch me. It takes me into paradise. My heart keeps beating. Oh, I feel alive when you touch me. Me, I feel alive. Takes me into paradise. My heart keeps beating. Oh, I feel alive when you touch me. Me, I feel alive. Ромеро – продюсер, диджей и музыкальный исследователь из Сан-Паулу, также известный как Фелипе Ромеро. С детства на него влияли самые разные аспекты, что давало ему автономию, чтобы начать в подростковом возрасте проводить культурные мероприятия, основанные на пропаганде своего выбора, а также играть на вечеринках друзей электронную музыку. Сегодня у музыканта вышло два альбома, один независимый и один на лейбле DMT Tapes, Флорида. Диджей работает все больше и больше, чтобы увеличить свой опыт в качестве диджея и музыкального продюсера, собирая необычные гармоники от электронных до органических. Представляем Фи Ромеро, совершенно новое имя с его воодушевляющим энергичным звучанием. Слушайте «Блаженная Дримчейс».
Paco Versailles – результат сотрудничества гитариста, композитора Ваагни и автора песен, продюсера Райана Мерчанта из Capital Cities. Их звук представляет собой смесь гитарных ритмов, фламенко с электронной продукцией в стиле диско и захватывающим вокалом. Этот новый жанр они называют «дэнсменко». Название Paco Versailles было придумано, когда они были под впечатлением сотрудничества между их самыми влиятельными людьми, легендарным испанским гитаристом Пако де Люсией и французскими электронными исполнителями Daft Punk и Air из парижского пригорода Версаля. Ремиксер Уилл Адлер из Нью-Йорка после 18 лет игры на гитаре и несколько лет создания музыки без направления и без публикации пришел к, казалось бы, очевидному выводу: сделай фанковые биты и дай людям судить. Ремикс дансаменко Black and White на фанковой основе от Уилла Адлера – это новое впечатление о современной электронной музыке.
парижский дуэт Кевина Джилетта и Люка Пеначча под названием Club Disco поделился своим синглом Darius через лейбл Casablanca Sunset. Аптемпо хаус предлагает богатые мелодичные синтезаторы, теплые танцевальные инди-ритмы и головокружительные тенденции под влиянием диско, которые идеально подходят для танцпола. Удивительно, но этот син, музыкальный продюсер из Стокгольма Оли Дальберг, сокращенно О Дахл, перезапустил сегодня свой хит десятилетней давности Never Too Much на новый более мягкий фанковый лад, которым мы и будем заканчивать наш 112-й выпуск музыкальных новостей. С вами был Илька Анисим. Всем пока-пока. Слушайте только стильную музыку. A thousand kisses from you is never too much.